Все важные фразы должны быть тихими. Тихими. Все вот с родными всегда нерезкие. Самые странные люди всегда великие. Причины для счастья всегда невеские. Самое честное слышится на кухне ночью. Ведь если о чувствах не по телефону, а если уж плакать, так выть по-волчьи тоскливым эхом на пол района. Любимые песни все хриплым голосом, все стихи любимые, неизвестные. Все наглые люди всегда ничтожество, а все близкие люди всегда небесные. Все важные встречи всегда случайные, самые верные подданные предатели, цирковые клоуны, все печальные, упрямые скептики, все мечтатели. Мечтатели. Если дом уютный, не замок точно, а квартирка старенькая в Одессе, если с кем связаться навеки, прочно, пусть сейчас не так все, но ты надейся. Да, сейчас иначе, но верь, мы сбудемся, если уж менять так всю жизнь по-новому. То, что самое важное, не забудется. Гениальные мысли всегда бредовые. Кто ненужных вычеркнул, те свободные, нужно отпускать, с кем вы слишком разные. Ведь если настроение не новогоднее, значит, точно не с теми празднуешь.